1 миллиард рублей. Много это или мало? Много, уверены приставы. Именно такую сумму должны жители региона за услуги ЖКХ. Большинство неплательщиков проживают в Ангарском и Братском районах. В общей сложности на принудительном взыскании сегодня находится 111 тысяч судебных производств. Средняя задолженность составляет 22 тысячи рублей. Здравствуйте, с главными событиями четверга познакомим вас в ближайшие полчаса. В эфире новости «Побудем». Смотрите сегодня. Под Иркутском загорелось крупное производственное здание. Угрозу представлял не только сам огонь, но и продукты горения. В выпуске расскажем о масштабах пожара и его возможных последствиях. О последствиях для Иркутской области возможного запрета экспорта древесины в Китай поразмышляем сегодня. К такой мере планирует прибегнуть министр природных ресурсов, чтобы решить проблему незаконных рубок. Настоящая проблема – купить новую книгу. А все потому, что цены на новинки, мягко говоря, кусаются. Я по Голзоводе сегодня разбирался, как выходят из ситуации жители самого читающего региона в стране. В нашем регионе еще и очень любят животных. Для диких зверей даже решили создать реабилитационный центр. О нем, а также о том, где можно будет увидеть редкие породы кошек, в рубрике «Повесточки». А начинаем мы с печальной новости из Братска. Там сегодня погибла семья из трех человек. Взрослая женщина, 15-летний подросток и 4-летняя девочка. Их тела обнаружили спасатели после того, как потушили пожар в квартире. По предварительной версии, люди задохнулись угарным газом. Трагедия произошла ночью, и жертв в этом ЧП могло быть больше, ведь горел многоквартирный деревянный дом. Чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось около 20 минут. Очаг возгорания спасатели обнаружили на втором этаже, как раз в квартире погибших. С начала ноября этот пожар в Братске стал 12-м по счету, и показатели прошлого года за этот же период превышены почти в 3 раза. Из-за этого сегодня на территории города был введен особый противопожарный режим. Что же касается причин последнего ЧП, то они уже известны. Электропровода были проложены под диваном, под ковровым покрытием. Диван имел выдвижной вариант, и исходя из постоянной его эксплуатации, выдвижением и действием ролика на электропровод, произошло его, соответственно, разрушение и короткое замыкание. Сегодня в городе Братске спланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа, на котором планируется рассмотреть вопрос установления особого противопожарного режима и, соответственно, установлению дополнительных требований пожарной безопасности на территории города. Небезопасным для своего хозяина оказался вот этот микроавтобус. Машина вспыхнула сегодня на объездной дороге в Иркутском районе Новоленина. Потушить автомобиль смогли только пожарные. Помощь спасателей в куда более крупном масштабе сегодня потребовалась и в рабочем поселке Марково. Там горело несколько тысяч квадратных метров производственных помещений. С места событий Лада Рыбакова. Проливка идет несколько часов подряд. Десятки тонн воды потребовались, чтобы потушить мебельный склад в промзоне поселка Марково, что под Иркутском. Пламя там заметили в 4 часа утра. К рассвету оно охватило кровлю соседней фабрики по производству бетона. К моменту локализации пожара огонь успел пройти больше 8,5 тысяч квадратных метров. У нас в кровле стояли самосрабатывающие огнетушители. Но при такой температуре они, конечно, свою функцию выполнили, но защитить, скажем, полностью не смогли, потому что температура горения была очень высокая от соседей. Также предприятие оборудовано подземными емкостями, собственно, откуда и пожарные осуществляли забор. Забор воды из резервуаров продлился недолго, она закончилась. Сотрудникам МЧС пришлось разворачивать целую операцию, чтобы не потерять контроль над ситуацией. В связи с тем, что район производства считается безводным, был объявлен ранг пожара номер 2. На тушение пожара задействовало 17 единиц техники, 53 человека личного состава. Создан штаб пожаротушения, 2 боевых участка. Участок автодороги превратили в коридор доставки воды. Ее выкачивали в ближайшем карьере. Чтобы шланги не передавливали машины, движение временно перекрыли. Пропускали только общественный транспорт и спецтехнику, в том числе ту, что оценивала состояние атмосферного воздуха. Он мог испортиться как в поселке Марково, так и в ближайшем микрорайоне Иркутска. Хоть откровенных ядов в этих производственных помещениях не хранили, но продукты распада мягкой кровли полезными для здоровья не назвать. Еще одна опасность. Собственно, сам битум. При его горении в воздух выделяется больше 100 химических веществ, порядка 30 из которых токсичны для человека. Поэтому на месте пожара работала специальная лаборатория. Отслеживала предельно допустимые концентрации вредных веществ.
Превышений не зафиксировали, как и серьезного урона для процесса производства бетона. Бизнесмены пообещали, своих заказчиков, региональных строителей, не подведут. Здание не пострадало, оборудование не пострадало, кровля пострадала, но кровля будет восстановлена, я думаю, в течение полутора месяцев. Восстановить придется и систему пожарной безопасности здания, возможно, с учетом вскрывшихся проблем, чтобы не допустить их повторения в будущем. Влад Рыбаков, Андрей Назаров, новости по будням. Думать о будущем приходится уже сейчас. Жители Листвянки обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность строительства на территории поселка, гостиницы и ресторана. Ревизия состоялась, и в итоге опасения людей подтвердились. Здания действительно были построены с нарушениями требований законодательства. Как сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, и гостиница, и ресторан были возведены гражданами Китайской Народной Республики. Изначально они действительно действовали по закону, приобрели участки земли и получили разрешение на строительство. Вот только не туристических объектов, а жилых домов. Разница очевидна. В настоящий момент природоохранный прокурор направил в суд иск о признании разрешений на строительство незаконными. Если Фемидов встанет на сторону надзорного ведомства, то гостиницу и ресторан собственнику придется снести. Возможно, жителям Китая придется отказаться и от нашего леса. Накануне министр природных ресурсов и экологии страны заявил, что Россия может прекратить поставки древесины в республику. Правда, на время. Для чего нужна такая мера и как она отразится на жизни Иркутской области, расскажем далее. Заметить такие лесные плеши в глубинах сибирской тайги сложно, сидя в кабинете. Сложно, но, как оказалось, возможно. По крайней мере, министру природных ресурсов и экологии страны это удалось. Его обеспокоил огромный объем незаконного экспорта русского леса в Китай. Проблему чиновник даже обсудил с коллегой из Дружественной Республики и заявил, что готов пойти на крайние меры. Если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны, в том числе Китая, мы закроем экспорт полностью в Китай древесины. Вот лицо его изменилось настолько, что я просто не ожидал, честно говоря. То есть для них это, конечно, проблема. Не станет ли это проблемой и для Иркутской области? Ведь в экономике нашего региона лесная отрасль играет важнейшую роль. За 9 месяцев 2018 года доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий, вывезенных за границу, составила более 50% от общего экспорта. Тем не менее, общественники считают, что запрет на вывоз леса не навредит бюджету Прибайкалья. Наоборот, поможет, но с оговорками. Запретить надо вывоз круглого леса за границу. Почему? Потому что не столько много его осталось. А вот глубоко переработанную уже древесину и в виде пиломатериала вывозить надо. Здесь бы и развивался малый и средний бизнес. Это было бы дополнительное количество рабочих мест. Это было бы налоговое поступление во все уровни бюджетов. Новые рабочие места крайне нужны в тех районах Иркутской области, где люди живут за счет леса. В Тайшетском районе журналисты уже назвали предложение министра катастрофой. Там для сотен семей заготовка древесины – единственный источник дохода. Для русского же леса запрет на вывоз – единственная надежда на спасение. Это уже давно обсуждается в правительстве России. Есть и первые плоды такой работы. В следующем году русская береза станет для многих стран невыездной. С 1 января 2019 года вводятся количественные ограничения, квоты на вывоз бревен из березы. Ограничения будут действовать до 30 июня 2019 года. Экспорт данного товара ограничивается во все страны, за исключением государств, членов Евразийского экономического союза, то есть Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. За период с 1 января по 30 июня 2019 года всего разрешено вывести 567 тысяч кубометров круглого леса из березы. Такое ограничение, как и полный запрет на вывоз, поможет бороться с черными лесорубами. Их в нашем регионе не счесть. Многие везут древесину именно в Китай. Чтобы пресечь канал незаконных поставок, в Иркутской области с сентября 2017-го круглый лес маркируют. Итог. За год нелегальные вырубки снизились на 40%. Правда, уменьшился и объем экспорта древесины, а также количество фирм, которые занимаются вывозом леса. Возможно, этот рынок просто покинули те, кто работал нечестно. Юлия Шинкарюк, Марина Минченко, новости по будням. А пока одни подсчитывают убытки, другие считают чужие доходы. Мы сейчас о сотрудниках Иркутскстата. Специалисты именно этой службы опубликовали новые данные о средней зарплате в регионе. Она вновь увеличилась и достигла рекордных 40 550 рублей. Если сравнивать с осенью прошлого года, то жители Иркутской области стали зарабатывать почти на 10% больше.
Однако идти к работодателю и требовать повышения зарплаты, апеллируя цифрами статистики, пока рано. Дело в том, что подобный рост доходов традиционен для летнего периода. Ведь это пора отдыха. Вот отпускные и добавили солидности подсчетам специалистов. Уже в ноябре показатели пойдут на спад, а об этих итогах нынешнего года говорить пока рано. А вот в 2017-м средний иркутянин зарабатывал 37,5 тысяч рублей. При этом пиковая декабрьская зарплата была почти на 10 тысяч больше. 300 тысяч рублей придется потратить любителям литературы всего лишь на одну книгу. Да, именно такой ценник установила жительница Иркутска за шестой том большой энциклопедии в издании 1896 года. Объявление о продаже раритета было размещено на популярном интернет-сервисе. Что ж, оставляет лишь пожелать терпения продавцу и сил потенциальному покупателю. Хотя сейчас приобрести даже не раритетную книгу, а простую новинку довольно накладно, но удивляет ценником даже издание в мягкой обложке. С чем это связано, выяснял Павел Желудев. «Гарри Поттер и 624 рубля». Нет, это не новая часть всемирно известной саги о мальчике-волшебнике. Это стоимость одного из 7 томов уже изданного произведения. Цены на книжную продукцию в Иркутске, да и по всей стране, сейчас могут разорить даже читателей в достатке. Причем заоблачные цифры легко обнаружить на ценниках книг, авторы которых еще вчера были никому не известны. Это работает не на имени. Это работает на интересе. То есть, если интересна книга, тогда человек получает ее. То есть, за большие деньги. Если книга не интересна, то может быть все что угодно. Она может задешево продаться за копейки буквально. Создать ажиотаж вокруг нового романа или энциклопедии сейчас главная задача издательств. Книги стали таким же рыночным продуктом, как кофе или шампунь. Поэтому на рекламные кампании наиболее перспективных авторов тратятся баснословные деньги. А вложенные средства необходимо вернуть, и желательно с прибылью. К тому же не стоит забывать, что создание книги – это дорогостоящий технический процесс. Себестоимость отдельно взятой книги складывается из разных затрат. Условно их можно разделить на прямые и косвенные. К прямым относятся редактура текста, его верстка, оплата работы художников-иллюстраторов, стоимость полиграфии и услуг типографии. Косвенным – перевозка книг по стране, выплата зарплат сотрудникам издательства и многочисленные налоги. Но главное, что влияет на стоимость книги – авторский гонорар. Чем известнее писатель и чем больше тираж его книг, тем выше у него отчисления с каждого проданного экземпляра. Ну а расплачиваемся за все вот это мы, покупатели. Выходов из ситуации несколько. В Иркутске до сих пор работают так называемые букинистические магазины. Здесь даже относительно новые книги можно приобрести по цене в 2 раза ниже. Однако за популярных авторов придется побороться. Ну и не стоит списывать со счетов библиотеки, там и вовсе платить не нужно, но зато придется подождать. Зачастую литературные новинки приобретаются с опозданием и лишь по многочисленным просьбам читателей. У нас на сайте есть такой раздел «Желанная книга», где каждый желающий может оставить свой запрос, какую книгу он хотел бы прочитать, но не нашел в нашем фонде. Также у нас обязательным является введение картотеки отказов, когда читатели приходят, книги спрашивают. Если у нас их нет, мы в эту картотеку заносим. Однако, несмотря на высокие цены, любителей провести вечер с книжкой в Иркутской области меньше не становится. Это лишь подтверждает недавно присвоенный нам статус самого читающего региона в стране. И если однажды к этой регалии добавится звание самого обеспеченного, в мире будет найден идеальный баланс. И об этом наверняка напишут книжку. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням. Не секрет, что книга может быть разной. Кроме стандартных бумажных изданий, существуют и электронные, и аудиокниги. А вот что именно предпочитают иркутяне, мы решили выяснить в рамках нашего традиционного опроса. Хожу в библиотеку, мне нравится брать именно книгу и трогать ее. Книги, конечно, журналы, книги. Читаю в основном бумажные издания. Книга должна быть живая. Бумажные издания. Ну, как-то книжка более приятна в руках, чем на телефоне читать, либо на планшете. Натуральные книги. Ну, потому что так интересно. Бумажные. Как-то более приятно общаться с книгой, чем с электронными изданиями. Живая литература. Ее ничего не заменит. Она вечна. Большинство опрошенных нами иркутян предпочитают общаться с литературой, что называется, вживую, и выбирают бумажные издания. Что касается меня, то я поступаю так же и не жалею денег на книги в переплете. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. На высоком уровне в нашем регионе не только книжная грамотность, но и культура производства. Доказательства? Пожалуйста. Сразу 17 товаров, производимых в Иркутской области, вошли в сотню лучших по стране. Сегодня наградили победителей федерального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Программа успешно действует уже 20 лет. Ее задача – поддерживать отечественных производителей, продукция которых может успешно конкурировать с западной. Конкурс проводится в два этапа. В региональном участвовало 34 предприятия, а высшую награду «Право разместить» золотой логотип конкурса получили 17 товаров, которые производятся в Иркутской области. Кроме того, сегодня состоялось еще одно награждение. В ежегодном рейтинге хозяйствующих субъектов определено 7 победителей. Он состоялся уже в 11 раз и учитывает вклад крупнейших предприятий во все сферы жизни региона. Сегодня в зале присутствуют представители предпринимательского сообщества, существенный вклад которых заключается не только в росте финансово-производственных показателей, но и высокой социальной ответственности. Благодаря вам и работе ваших трудовых коллективов формируется значительный вклад в экономику, общественную жизнь Иркутской области. Жители Иркутской области могут спать спокойно, ведь на их защите стоят бойцы регионального ОМОНа. Сегодня в Ангарском отделении отряда особого назначения провели показательные учения. Все подробности у Даниила Седова. Стрельба, высадка десанта, освобождение заложников. Каждое действие бойцов ангарского ОМОНа отработано до автоматизма. Учения сотрудников отряда особого назначения максимально приближены к боевым действиям. Даже подрыв учебной бомбы сымитирован так, что не поверить в реальность происходящего просто невозможно. Эти учения приурочены к профессиональному празднику. Ангарскому подразделению ОМОНа исполнилось 25 лет. На полигон вышли взрывотехники, снайперы, гранатометчики и даже кинологи. Их главная задача – обезвредить условного противника и освободить заложников. За каждым шагом бойцов следят не только командиры, но и самые близкие. Для ребенка это был первый раз. Немножко напугался от громких взрывов, выстрелов, но в целом очень понравилось. Хочет еще. С 1993 года бойцы ангарского подразделения 30 раз отправлялись в горячие точки страны, в том числе Чечню. 55 сотрудников имеют государственные награды, однако есть в истории отряда и трагические страницы. Во время командировок погибли 4 человека, еще 22 получили ранения. Ну, нас, сибиряков, отправляли в основном на наиболее сложные участки. То есть вся наша служба, связанная с Северным Кавказом, проходила в городе Грозный. Когда только Грозный взяли, мы практически первыми заходили на территорию разрушенного города. Сейчас служба бойцов куда спокойнее. Их главная задача – обеспечивать правопорядок и безопасность там, где они живут и несут службу. Ежедневно сотрудники отряда особого назначения упражняются в стрельбе, физической и огневой подготовке. И все для того, чтобы в любой момент дать отпор преступникам и защитить жизни простых людей. Даниил Седов, новости по будням. А пока одни участвуют в учениях, другие делятся впечатлениями. В Иркутской области закончились масштабные гастроли, и в них приняли участие абсолютно все региональные театры. Свои постановки актеры и режиссеры показывали в отдаленных районах. Так, труппа областного ТЮЗа выступила в Зиме, Тулуне и поселке Куйтун. Черемховский драматически осчастливил жителей Тайшета, Усть-Кута и Вихоревки. В общей сложности спектакли посетили несколько тысяч человек. Не обошлось без сюрпризов и для маленьких зрителей. Кукольный театр «Аистенок» представил свои спектакли в 5 населенных пунктах Зиминского района. А вот жители Братска так и вовсе организовали свою постановку. В северной столице региона прошел фестиваль косплея «Парад иллюзий». Его участниками стали более 500 человек. Все они примерили на себя образы популярных персонажей. В последние годы косплеем занимается все больше жителей региона. Многие молодые люди считают его своим главным хобби. Но вот незадача. Масштабные косплей-фестивали в Иркутской области не проводятся. Исправить это решили волонтеры. Именно они стали организаторами братского фестиваля. В течение 6 часов косплееры показывали свои костюмы, творческие номера и пытались выяснить, чей же образ самый проработанный. К слову, максимальное внимание было приковано к молодому человеку, очень похожему на Джека Воробья, или, как принято говорить, капитана Джека Воробья. Костюм капитана Джека Воробья – это, конечно, хорошо. Вот только вряд ли такое одеяние согреет в морозы. На какую одежду в преддверии зимы стоит обратить пристальное внимание, расскажем в ценном выборе. Длинный ворс, густой подшерсток и шикарный внешний вид. Это мы о шубах из енота. Ведь они настоящая находка для девушек, которые постоянно мерзнут. Такое манто выдержит и 30, и 40 градусные морозы. Ну а модницы ценят этот мех за роскошные переливы и игру цвета. Еще одно несомненное достоинство изделий из енота – долговечность. При правильном уходе шубы прослужат несколько сезонов и не потеряют своего первоначального вида. Купить такие шубы в Иркутске можно в салоне кожи и меха из Снова.
В салоне кожи, меха и снова акция в честь дня рождения продолжается. Скидка 22% на весь ассортимент. Не упустите уникальную возможность приобрести новую коллекцию по доступной цене. Новая коллекция – это значит стильные фасоны, актуальные расцветки и, разумеется, практически весь размерный ряд. Даже самые взыскательные модницы могут с легкостью потерять голову во всем многообразии моделей. Главное запомнить, что скидка до 22% будет действовать только до конца ноября. Евгений Шоев, Надежда Казакова. Новости по будням. А вот в апреле следующего года состоится важное для многих жителей региона событие. 13 числа они будут писать тотальный диктант. Уже можно начинать готовиться. Тем более, что сегодня стал известен автор текста. Это Павел Басинский, писатель и литературный критик. За произведение «Лев Толстой. Бегство из рая» он был удостоен премии «Большая книга». По сценариям Павла сняты документальные фильмы о Максиме Горьком, Михаиле Зощенко. Не обошел творчество известных писателей Басинский и в тексте «Тотального диктанта». Впервые он, кстати, будет состоять из 4 частей, которые уже готовы. Каждый фрагмент посвящен произведениям того или иного литератора – Пушкина, Горького, Гоголя, Толстого. Когда письменности еще не было, люди активно рисовали. Что представляет из себя самое древнее наскальное изображение, обнаруженное на днях? Интригу раскроем после новостей спорта. В белорусском Бобруйске еще долго будут помнить спортсменов из Иркутской области. Ведь именно они на прошедшем чемпионате мира по панкратиону завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Конкуренцию сибирякам составили спортсмены из 22 стран. Баскетболисты Иркута потерпели поражение в матче против команды «Купол Родники». Встреча проходила в Ижевске. Оранжево-черные на протяжении всей игры были в роли отстающих и, к сожалению, не смогли добиться победы. Итоговый счет 87-73. Следующий матч иркутян состоится в Москве с местным клубом МБА. Иркутские волейболистки отправляются в Абакан. Именно там 13 ноября стартует 2-й тур чемпионата России среди команд высшей лиги Б. Напомним, после первой серии игр в Чите команда «Ангара» занимает 1-е место в турнирной таблице. Даниил Седов, новости по будням. Стать, если не первым, то хотя бы просто попробовать свои силы может любой иркутянин. Областной центр 11 ноября присоединяется к международному географическому диктанту. Проверка знаний будет проходить на 6 площадках. Также написать диктант можно в режиме онлайн на сайте акции. Другие интересные новости со всего света уже ждут вас в рубрике «Повесточки». Здравствуйте. Лучшие антидепрессанты для многих людей – это животные. Потискал кота, погулял с собакой, вот и настроение улучшилось. Кстати, именно о зверях будем сегодня говорить. Животных любили рисовать наши предки. И вот подтверждение. В Индонезии найден самый древний наскальный рисунок. По оценкам ученых, этому красному быку около 40 тысяч лет. Изображение сделано в пещере на острове Борнео. Ранее древнейшими образцами наскальной живописи считались рисунки животных в Испании. Им около 36,5 тысяч лет. Они совсем маленькие, но им есть чем удивить окружающих. Выставка котят редких и традиционных пород пройдет в Иркутске. Малышей представят публике на выходных. В краеведческий музей привезут мейн-кунов, персов, британцев. Особая гордость выставки – сиама – ориентальная порода. Поеду с большой кошкой. Это было указано в комментарии к заказу такси в Екатеринбурге. Правда, водитель наверняка даже и не предполагал, что увидит такое. Пассажиром оказался леопард. Он весьма вольготно чувствовал себя, с интересом следил за дорогой. Пока шофер выражал свой восторг. За кадром остался вопрос, насколько безопасна поездка с хищником. Ведь таким животным необходимы особые условия содержания. Это хорошо понимают в Усть-Илимске. Там на средства президентского гранта создадут реабилитационный центр помощи диким зверям, попавшим в беду. В местный центр живой природы ежегодно приносят более 10 птиц и животных, в том числе занесенных в красные книги. Для зверей обустроят боксы и вольеры, где их будут выхаживать. Ну вот и все. Вновь встретимся уже завтра. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. После небольшой рекламы эфир РЕН-ТВ продолжат наши федеральные коллеги. Я же говорю вам до свидания. И помните, мы всегда вместе с вами.